Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, заканчивается уже наш высокосный 2020 год. И в этом видео мы хотим с вами провести старый уже год 2020, попрощаться. Хотим рассказать, как это сделать и как привлечь достаток в следующий 2021 год. Итак, друзья, обращаем ваше внимание, что старый год провожается, как правило, за 3 дня до наступления нового. То есть 29, 30 и 31 уже декабря вы можете прощаться со старым 2020 годом. Как вариант, если у вас получится, вы можете накрыть праздничный стол с 29 декабря по 31 декабря. Это может быть что-то символическое. Как говорится, как проведете старый год, так и в новый вы войдете. Также обращаем ваше внимание, что в последние 3 дня не нужно ругаться, не нужно выяснять отношений, а что самое важное, стараться друг друга угощать вкусностями. И за 3 дня, когда люди вкусно едят, улыбаются, вы знаете, в какой-то степени рассеивается негатив, и в новогоднее застолье появляется меньше разговоров о каких-то неприятностях и проблемах. И обращаем ваше внимание, что за последние 3 дня, что вы произнесете в эти дни, то обыкновение может и сбываться. Поэтому слова, которые вы говорите в последние 3 дня, обращайте на них внимание. И обращаем ваше внимание, что вот эти 3 дня, которые перед новым уже 2021 годом, когда вы будете садиться за стол, всегда говорите следующие слова. Спасибо, год уходящий, что был со мной. Спасибо за все хорошее и поклон земной. Благодарю тебя за события добрые, за горький опыт. Спасибо особое. Главное, что я жива и здорова, или что я жив и здоров. А ко всему прочему, я завсегда готов или готова. Я привлекаю изобилие, я привлекаю достаток в свою жизнь. Пусть новый 2021 год принесет в мою жизнь все самое лучшее. Изобилие, благополучие, любовь, счастье. Также, возможно, у вас что-то другие есть пожелания, обязательно произносите. Поэтому, друзья, следующие 3 дня используйте себе во благо. Особенно, когда вы будете садиться за стол, обязательно благодарите этот 2020 год. Он был год высокосный, он был тяжелый, к сожалению, для многих людей. И даже сейчас, когда уже мы ближе, заканчивается этот год и близится новый 2021 год, многим людям тяжело, страшно, кто-то находится в депрессии, но мы вам хотим сказать, что 2021 год для многих будет, знаете, как новое какое-то будет открытие. Вы по-новому взглянете, но чтобы это произошло, вы должны вот оставить все то, что у вас депрессия, проблемы, возможно, вы хотите с кем-то ругаться, ссориться, забывайте. Кроме того, помним, что 30 декабря у нас еще и полнолуние, это будет такой интересный достаточно день, следите за нашими анонсами и видео на нашем канале. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и надеемся, наши советы и наши рекомендации вы выполняете.